финиковая пальма, вот ее плоды. Еще не распустились, но скоро будут готовые. Они будут оранжевые и очень вкусные. Значит, с пальмы, как мне брат говорит, есть около 300 применений. Всех я их не знаю, но здесь я время от времени набираю себе труд. Это растопка. Очень-очень хорошо подходит для того, чтобы высекать либо с огнива, либо с кремушка природного искру. Загорается моментально, тем более сейчас такая жара, что это все просохло. Возьмем, пожалуй, еще немножечко. Ну, это я уже, конечно же, преувеличиваю, но все-таки этого количества мне на сегодня хватит, это точно. Кстати, смотрите, что можно сделать. Нашу сухую растопку можно завернуть в более плотную. Кстати, вот это вот не очень так уж и хорошо горит. Лучше советую использовать, если вам когда-нибудь это понадобится, конечно, именно сухие травинки. Их можно, кстати, завернуть сюда. Вот в такую трубочку и прекрасно переносить. Кстати, сюда можно чиркнуть огнилом. Внутренняя растопка будет тлеть, а верхняя не даст ей разгореться. Прекрасная вещь. Пальма.